Здарова, это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня мы рассмотрим один из самых качественных Tower Defense'ов под названием Tower Defense Heroes 2. Главное отличие TDH-2 от остальных оборон башен – помимо детально проработанной графики, возможность свободно управлять камерой, за счет чего бои смотрятся на порядок интереснее и красочнее конкурентов. Геймплей довольно прост. На каждой локации есть отведенные места для постройки оборонительных турелей, коих всего 4 на выбор – пулемет, ракетная башня, лазерная турель и пехотная, призывающая боевые единицы в качестве отвлекающего маневра. По мере уничтожения противников вы будете зарабатывать монеты для постройки и улучшения турелей прямо во время боя. Также с врагов выпадают вспомогательные бонусы, вроде взрыва или электрического импульса для остановки врагов. Подбирая время от времени выпадающие канистры с газом, вы сможете использовать особые умения для моментальной зачистки поля, вроде ракетного залпа или артиллерии с воздуха, уничтожающей все на своем пути. С каждого убитого врага вы будете получать опыт, прокачиваться и зарабатывать очки, которые вы сможете потратить на улучшение 16 навыков. В меню игры за заработанную энергию вы сможете повысить показатели турелей и посмотреть, как они будут выглядеть на разных этапах улучшения. Tower Defense Heroes 2 обладает затягивающим геймплеем, интересным дизайном уровней и приятной стилизированной графикой, не нагружающей даже самые слабые девайсы при динамической картинке и зрелищных эффектах. Так что есть все причины для того, чтобы Tower Defense Heroes 2 заняла почетное место на устройствах каждого ценителя жанра.